بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما يرزبرا لآية ومن شر غاسق إذا وقب يستنويل سنة صلواخ إذا وقب мы сказали, что «Ида» здесь это ли «муджарады дзарфият» является просто обстоятельством времени и не указывает здесь на условия, не является шартыя, именем, обозначающим условия. На прошлом уроке мы подробно поговорили об этом. Мы сказали, что Ида здесь это «мудафан», он первый член из заветного сочетания. А его мудаф илейхи будет глагольное предложение, состоящее из глагола вакаба и его файлов, коим является скрытое в нем местоимение гуа. А все предложение здесь в роли одного имени. Итак, Ида это мудаф. Вакаба это фиолин мадун, глагол прощающего времени. Мабниу аля с неизменяемым окончанием. С на конце. وفاعلها أي وفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً سكريتا ونيوم في دبوستي مي فورم مستميني تقديره هو كتورا ويرجن مستميني هو والفعل مع فاعله غلغول وقب وميسي سسوين فاعل جملة فعلية غلغولنا يبردلجيني في محل جر نميسي فدجاء الجر بإذا مضاف إليه لإذا يولايس مضافا إليه لا то есть вторым членом из-за сочетания. Дальше. Умин шарри наф колдуни, поплевывающих, то есть во время колдовства, поплевывающих на узлы. Умин аль-вауи это харф Атфин, союзная частица. Мабниу аля с неизменяемым окончанием с на конце. Шарри – это исмун маджрурун бимин. Имя, поставленное предлогом мин в состоянии джар, в родительный падеж. У аля признак состояния джар в этом имени – это аль касрату аля-ахирихи явно и на его конце. Вальджару вальмаджрур предлог мин и поставленное им состояние джари и мишар маутуфу на аля джари вальмаджрур или ауволи соединен союзом вау с первым джару маджруром, то есть в «мин миншар рима То есть прибегая к защите Господа Рассвета от зла колдуни тоже. Таким образом, получается, что «альджару джару здесь тоже на самом деле состоит в смысловой связки с глаголом «а'уду». متعلق بعوذ ايضا والشر مضاف وليس مضافا بيرم член من اضافت تانية والنفاثات هذا السلو يليس مضافا اليه في ثاني مчлен من تانية. نوعا بالمضاف وستعمل المضاف في جر في родительный وعلامه جره بريزنك سستاني جر ويتم تميم آتا الكسره الظاهره على اخره يا كسرنا كسر نهايه في العقد في حرف جر بردلوغ رديتنو بدجا مبني على السكون سنيز منايم مكانشانيم السكون من كنسا العقد مجرور بفي إيمي بستاون سستاني جر بردلوغ في وعلامة جره بريزن سستاني جر ويتميمني الكسرة الظاهرة على آخره ياونا يكسر نيو كنسا الجر والمجرور حرف جر في يبستاون في سستاني جر إيم العقد мутааликани или можно сказать мутааликун тоже состоят или состоит в смысловой связке со словом нафафати, то есть поплевывающие на что на узлы. Так как нафафат это мубалах тисмифайлин, сиоту мубалах тисмифайлин, усилительная форма причастия действительного залога. Образован от глагола нафафат, значит нафафат это имя, которое указывает на значение глагола. И поэтому оно так же, как и глагол, может воздействовать на другие слова. Уменьшарья Хасидин и Хасада. И от зла завистника, когда он завидует. И араб, грамматический разбор этого айта такой же без, без какой-либо разницы, как его третьего айта. Уменьшарья Хасидин и Слово в слово. Поэтому не будем повторять здесь все сказанное там. Скажем лишь кратко, что альва – это харфатвин, союз. Уменьшарья жару <звучит> на маджурурун маутуфун соединен аляльджари валь маджурурил ауули с первым джар маджурурум. мудав, мудаф аласкуна это мудаф и илейхи. Ида ли муджара дел зарфият является просто зарфа заман обстоятельством времени для имени шар в значении мастера от глагольного имени действия, то есть от зла завистника, когда он завидует. Как мы знаем, если это зарф, значит у него должен быть амиль, фактор, который воздействует на него и этим фактором является имя Шер. То есть зло, исходящее, когда оно исходит, исходящее, когда он завидует. Дальше. И у нас мудав, а глагольное предложение хасада, состоящее из глагола хасада, и скрытого в нем местоимение го, которое является его Так вот, это глагольное предложение будет фи джарин, на месте под джар мудав или или ида, Аллаху алим.